поисках Йеннифер, своей давней любви, Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. Нехорошо. Паскуда! Покажи, что умеешь. Странно.
отсюда в самый раз. Еще можно сдаться. Есть что сказать напоследок? Вот сука! Чёрт!
Столько трупов. Война только началась. Хорошо. Место силы. Отсюда изливается магия. Гнездо гулей, надо его уничтожить.
гнездо гулей, надо его уничтожить. Хватит скулить, гусар. Поищем хозяина позже, когда будет безопасно. И часто ты разговариваешь со своей собакой? Это не моя собака, а моего брата Бастина. Хотя, теперь уже, наверное, моя. Понимаешь, Бастин бился с черными. Здесь неподалеку большое сражение было. И с тех пор от него никаких вестей. Говорил я ему, сделай как я. Отрежь себе палец или два. Тебя и не заберут. А он побоялся. Вот холера. На твоем месте я бы осмотрелся на поле битвы. Был я там. Море трупов и трупоедов. Слышал я когда-то, что они боятся огня. Так попробовал разогнать их факелом. Ни хрена, скажу я тебе. Если бы не гусар, они бы меня живьем сожрали. Послушай-ка, я так понимаю, ты эти мечи не для парада носишь? Защити меня от гулей и помоги найти Бастина. А я тебе хорошо заплачу. Хорошо, я тебе помогу, только... После битвы прошло уже несколько дней, так что шансы, что мы найдем твоего брата живым, малы. Очень малы. Кто бы сомневался. Я хочу хоть тело забрать, чтобы Бастин не гнил под открытым небом вместе с нильфами. Встретимся на пригорке, рядом с полем. А дальше пойдем вместе.
Хорошо, что ты пришел. Бастин и его тело должно быть где-то здесь. Точно так же, как тела сотен других. Ты что, собираешься осматривать все трупы подряд? Времени это займет прилично. Успокойся. Все ребята, которых призвали из Белого сада, нарисовали у себя на щитах маленький цветочек, чтобы в битве видеть друг друга издалека. Их было немного, так что по этому знаку мы быстро найдем весь отряд. Не обижайся, но случается, что в битве солдаты бросают щиты, особенно когда проигрывают. Одного щита тоже хватит. Тогда гусар учует след и поведет нас. Ну, пойдем. Чем быстрее с этим разберемся, тем лучше. Это он? Нет. Это сын соседей. Это он? Нет. Ну так что, гусар? Чуешь хозяина? Нет, ничего. Ну так что, гусар? Чуешь хозяина? Сейчас время языком трепать. Давай сделаем, что нужно, и пошли отсюда. Это он? Нет. Хозяина. По-прежнему ничего. Ох, кожа вся сожжена. Я знаю, что сложно сказать, но... Может, это он? Я... Бастин был здоровый парень. Широкий в плечах, а этот вроде поменьше. Но может, это из-за огня? Учуял Бастина! Вперед! Это еще ничего. Поручик сказал нам ходить в сортир по команде. Нас из баллисты обстреливают. А вон все. Солдат с полным желудком в битву идти не может. Будете сидеть, пока не высидите. Представляешь, болван? Хе-хе-хе, прекрати! Ребра у меня болят, когда смеюсь! Надо наложить давящую повязку, но это позже.
после того, как ты объяснишь, что здесь происходит. Бастиан! Он тебя взял в плен, этот нильфгардец? Нет. Он мне жизнь спас. Меня ранили в бок, потом по башке ударили так, что у меня зрение отшибло. Росон наткнулся на меня, когда полз через поле. Он лодыжку вывихнул. Вот так слепой вел хромого, пока мы не нашли эту хату. Заберу тебя домой. Надо заняться твоими ранами. Я Росона не брошу. Один он тут пропадет. А к своим уйти он не может. Он же дезертир, его тут же сдернут. А если его у нас найдут, тогда повесят всех вместе с моей лисье. И речи быть не может. Черный останется здесь. Если бы не этот черный, Бастиан бы уже умер. Может, ты ему покажешь, что нордлинги не дикари, какими нас считают в Нильфгаарде? Ну, дам я ему отцовскую одежду, обучу работать в поле. Только вот акцент. Ну да ладно, будь что будет. Возьму и его. Спасибо, ведьмак. Вот твоя награда. И да хранят тебя боги.
Ты хоть раз с ведьмаком дрался? Иди, иди сюда. От моей жопы я сам закрыл. Скажи, что умеешь. Шевелись, плотва.
Покажи, что умеешь. Деревца пообщипали. Чего? Покажи свои товары. Бывай.
любишь серебро, да?
Хватит болтать! К бою! Медальон дрожит. Это место силы. Вот сука!
быстрей. Это место силы. Отсюда изливается магия. Привет. Здравствуйте. О, ты вернулся. Так как? Сыграем партийку? Сыграем в эту твою игру. Thank you.
Интересная партия. Если захочешь взять реванш, дай знать.